Тюмени начался открытый чемпионат России по аккордеону и баяну. Это музыкальное состязание объединило 500 участников со всей России и из других стран. Артисты будут бороться за медали, а также за шанс попасть в сборную страны. Лучшие представят Россию на Кубке мира в Италии. В прошлом году у нас Кубок мира проходил в Боснии и Герцеговине. На нем выступали участники из России. Никаких проблем и санкций. Так же будет и в этом году. Конечно, им нелегко путешествовать, но мы находим пути решения. Музыка, она для всех. Чемпионы мира как раз это в основном наши, потому что Россия и СССР это всегда была кузница лучших баянистов и аккордеонистов мира. А сейчас к нам приехали гости из Китая, из Италии, из Белоруссии, из Эстонии, из Швеции, из Турции. На открытии с Тюменским филармоническим оркестром выступили 11 чемпионов мира по аккордеону и баяну. Состязания музыкантов проходят на площадках города в течение этой недели.